Восходящая звезда российского биатлона. Так можно представлять эту девушку спортивному сообществу. В графе достижений у Ксении Доскаловой пока значится только победа на этапах Кубка России. Зато она регулярно призывается в юниорскую сборную и является кандидаткой в резерв основной. Биатлоном девушка занимается с 14 лет. С 12 лет я 3 года плавала, но мне не нравилось то, что сколько бы я ни тренируюсь, у меня нет хороших результатов там. А зимний вид спорта мне всегда нравились, всегда любила снег. Показатели в стрельбе у Ксении высокие. 92% лёжка, 88% стойка. При этом биатлон ей нравится за непредсказуемость. Подул сильный ветер, и на 5 попаданий рассчитывать уже не приходится. Или не угадали со смазкой лыж, приходится компенсировать точность стрельбой. В этой связи главным своим качеством Доскалова считает хладнокровие. Что бы ни случилось, она никогда не унывает. Я за уже время, пока тренируюсь, научилась немного бороться с этим. И перед стартом, в принципе, начинаю отключаться от этого. Просто прорабатываю все, как я должна пройти дистанцию, что сделать на рубеже. Своим кумиром Ксения считает россиянку Ольгу Зайцеву. Девушка рада, что хотя бы шапочно, но знакома с именитой биатлонисткой. Ее победы вдохновляют Доскалову к собственным свершениям. Из зарубежных спортсменов ей нравится Магдалена Нойнер и Ульейнер Бьерндален. С титулованным норвежцем Ксения познакомилась на прошлой гонке чемпионов в Москве. Очень оказался общительным человеком, приветливым. Не отказал в автографе и сфотографироваться. Календарь событий позволяет Доскаловой громко заявить о себе в этом году. Сейчас девушка готовится к чемпионату России среди юниоров, победа в котором может стать пропуском на турнир IBU. Девушка уже была на совместных сборах юниоров с резервной командой страны, и стимул попасть в нее с тех пор только усилился. Это была моя мечта — попасть в команду России, потому что это все равно сборная России. И мне безумно понравилось там. Я бы и дальше тренировалась с этими тренерами, которые меня очень многому чему научили за это время. Фото Ксении Доскаловой смотрите на главной страничке портала sportbox.ru, на сайте телеканала «Россия-2» в разделе «Девушка месяца» и на наших страничках в Фейсбуке и ВКонтакте. Андрей Бугров, Дмитрий Лузган, Вадим Прусов, Георгий Юрский и фотограф Алексей Трунов. Все включено.